В Саратове на улице Вишневый проезд. Визит участкового к дебоширу закончился пальбой. Стрелок забаррикадировался в своей квартире, и чтобы обезоружить его, пришлось вызывать ОМОН. Реальные кадры захвата в материале Юлии Шишкиной. Тебе сколько лет? 54 года. Ну вот, и у меня отец такой же. Прячь оружие спиной. Присутствие здесь... Я не буду тебе в лицо светить. Сотрудники ОМОНа пытаются снизить накал агрессии и уговорить человека сдать оружие. Несколько минут назад этот мужчина в трусах из пистолета выстрелил в участкового. В дневное время 15 июля 2015 года по поступившему вызову от жильцов одной из квартир дома, расположенной на территории Ленинского района города Саратова, прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе урегулирования конфликтной ситуации находившийся в квартире 54-летний мужчина произвел выстрел из пневматического пистолета в лицо сотруднику полиции. Прибыл ОМОН. Мирные переговоры результатов не дали. Стреляем, в крайнем случае, мужики. Мы уже знали, что данный гражданин ранее занимался стрелковой подготовкой и мог накопить определенный арсенал оружия. Готов? Два, один. Захват произвели в считанные минуты. Известно, что к трагической развязке привела банальная ссора стрелявшего с сестрой, которая и вызвала участкового. Браслеты! Браслеты берите! Как мы и предполагали, он оказал сопротивление, произведя 5-6 выстрелов в сторону сотрудников полиции. Но мы были к этому готовы и задержали гражданина без причинения ему вреда и без вреда для сотрудников полиции. Квартира оказалась буквально напичкана оружием. Пневматические и травматические пистолеты, ножи различных видов. Заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Стрелявшего проверяют на психолога психическую вменяемость. Назначена баллистическая экспертиза оружия. Юлия Шишкина, РНТВ, Саратов.